Okay, let's move on. Будем продолжать. And now we come to the third message of the book of Zechariah. И мы будем приступать к третьему посланию из книги пророка Захарии. And this all has to do with questions about fasting. И сейчас будем разбирать вопросы, связанные с постом. After my time in Russia, I need to fast. Обычно после того, как я возвращаюсь из России, мне очень нужен пост. I have eaten very well. Потому что меня тут кормят на убой. So Russian hospitality is wonderful as always. Российское гостеприимство всегда поражает. All right, but this fasting is not that we read in Zechariah for the purpose of losing weight. Ну так вот, то, о чем мы с вами будем читать у Захарии, вот этот самый пост, он предназначен не для того, чтобы потерять какой-то вес. The time of this похудеть. Discussion takes place in 518 BC. Здесь обсуждает вот это обсуждение ведется in 518. В 518 году. And this was the fourth year of King Darius. Четвертый год правления царя Дария. Verses 1, 2 and 3. Первые три стиха. В четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии в четвертый день девятого месяца Хаслева, да, наверное. Когда Вифиль послал Сарецера и Регем Мелеха и спутников его помолиться пред лицем Господа, и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц, и поститься, как я делал это уже много лет. This is a question about whether or not the Jews should continue a practice of fasting. Итак, задается вопрос, стоит или не стоит евреям продолжать практику поста, that they had been practicing ever since the Babylonian captivity. Как делали они это уже много лет с момента Вавилонского пленения. In the Old Testament, there is only one required fast. В Ветхом Завете установлен лишь один требуемый обязательный пост. And that was the fast of the Day of Atonement. Это пост в День Очищения. So they want to know, do we need to keep on fasting? Задается вопрос, стоит ли нам продолжать? At various other times. В другие времена, в другое время. Now that we are no longer in Babylonian captivity. Теперь мы уже не находимся в Вавилонском плену. And the problem is they're getting tired of fasting. В чем заключается проблема? В том, что народ устал поститься. And they ask Zechariah. И они спрашивают Захария. If they can stop fasting. Можно ли прекратить поститься? So Zechariah begins to answer them. И вот Захария начинает отвечать им. Verses 4 through 7. Стихи с 4 по 7. «И было ко мне слово Господа Саваофа. Скажи всему народу земли сей и священникам так. Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?» Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены? So this is God answering the people who are complaining about fasting. Итак, таким образом Бог отвечает людям, которые жалуются на пост. God says, I never told you to do these fasts in the first place. Бог говорит, да я и сам не устанавливал для вас всех этих постов. These were all your ideas. Это была ваша мысль, ваша идея. And in fact, there are four new fasts the Jews had been practicing. На самом деле евреи практиковали еще четыре новых поста. And I'll just list them for you. Я сейчас перечислю эти посты. The one in the 10th month. Первый в десятый месяц. Was to commemorate the siege of Jerusalem. В знаменование захвата Иерусалима. В память о захвате Иерусалима. The fourth month. Четвертый месяц. This commemorates when the city wall was actually penetrated. В знак того, что стены были, вот как раз это был день, когда стены были разрушены. The fifth month was when the temple was burned. Пятый месяц, когда храм сгорел. And the seventh month. И в седьмой месяц. Was when the Jewish governor was killed. Когда был убит еврейский иудейский правитель. And he was there because the king had already been taken to Babylon years earlier. Царя ранее еще увели в Вавилон, а был там вот правитель, and, которого убили. And God said, you weren't really fasting for me with all these things anyway. И Бог говорит, это не я вам устанавливал эти посты, не для меня вы постились. You were hypocritical in your fasting. Вы лицемерите в своем посте. So you would think that the answer God's going to give is no.
Поэтому кажется, что Бог сейчас ответит нет. Don't continue fasting. Не надо продолжать поститься. But he doesn't answer quite yet. Но он пока еще не отвечает на этот вопрос. Instead, he goes on to describe for them the kind of lives they should live. А вместо этого он описывает тот образ жизни, который им должно вести. Verses 8, 9, and 10. В 8-10 стихах. «И было слово Господне к Захарии. Так говорил Господь, тогда Господь Саваоф. Произведите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте. И зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». And we're going to get back to the issue of fasting. Мы, конечно, вернемся к вопросу о посте. But for right now, God is just going to call the nation to remember some of her history. Ну, а пока Бог призывает народ вспомнить кое-что из его истории. These are the kinds of righteous acts God has always expected and longed for from his people. Именно вот эти дела праведности, Бог хочет, чтобы люди делали. Именно их он ожидает от своего народа. But they didn't do it. Но народ этого не делал. So they had to suffer the Babylonian and Assyrian invasions. Именно поэтому им пришлось перенести вавилонское и сирийское вторжение. Verses 11 to 14. Стихи 11-14. Но они не хотели внимать. «Отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать законы и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было, как он взывал, а они не слушали. Так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И я развеял их по всем народам, которых они не знали. И земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они... сделали вожделенную страну пустыню. All right, so at first God called out to the people and they didn't listen to him. Итак, сначала Бог призывал людей, но они не слушали его. Then they got into trouble. И потом у них были всякие беды, и постиг их великий гнев Господа. А потом они взывали к Богу. And he didn't pay any attention to them. Но Бог их не слушал. What a terrifying situation. Ужасающая ситуация. And they were taken away into captivity. И дальше народ ввели в плен. And the land was left empty. И земля сделалась пустынью, то есть стала пустой. Isn't it interesting that in the 70 years of Babylonian captivity, за 70 лет вавилонского пленения, foreign powers did not come into the land of Palestine. Чужеземные силы не пришли в палестинскую землю. Nobody else came to occupy the land. А никто не пришел в эту землю, чтобы населить ее, ни один народ. It was left desolate. Здесь написано, что сделали вожделенную страну пустынью. And empty, so that the Jews would have a place to come back to. Она была пустынью по Божьему замыслу, чтобы евреям было куда вернуться. Now, in chapter 8, verses 1, 2, and 3. В первых трех стихах 8 главы. We have one more exhortation to holiness. Нам дается еще одно наставление праведности, святости. И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возревновал я о Сионе ревностью великую, с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь. Обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни. Isn't that a lovely picture? Разве не прекрасная картина? Picture of safety and security, безопасности and peace. И мира. Old people have nothing to be afraid of. А людям уже ничего не нужно бояться. Children play carelessly in the city streets. I think verse 4 here. No? Oh, did I skip ahead? I think we... I sure did. Sorry. Yeah. Let's go ahead and just read verses 4 and 5. 4 to 6. Мы сейчас сразу еще 4 и 6 стихи прочитаем, чтобы была более полная картина. Так говорит Господь Саваоф. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. И улицы города сего наполнятся отроками, отроковицами, играющими на улицах его. Так говорит Господь Саваоф. Если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в одни сии, то неужели оно дивно и в очах моих? Говорит Господь Саваоф. That was the beautiful picture I was looking for. А вот это та самая прекрасная картина, о которой я собирался вам сказать. Nobody is afraid of being beaten up. А никто уже не боится, что его ограбят или побьют на улице. Children play outside. А дети играют на улице безопасно. During the whole time I have been here in Korsk. За время всего моего пребывания в Курске. Out my window, I can look across the street. Постоянно там смотрю в окно, да? And at any time of the day. И в любое время дня.
there are anywhere from a dozen to 30 or 40 children sliding down the hill. Вижу, что дети катаются там с горки. Not afraid of anything. Ничего не боятся, играются там. Maybe they should be doing their homework. Наверное, им нужно было домашнее задание бы в это время, конечно, делать. But they're out there playing. Но они там играют. And that is a picture of what the nation of Israel would be like. И мне это напоминает вот этот образ благоденствия народа израильского. In the period of God's blessing. В период Божьих благословений. Because He is someday going to save them from all their enemies. Потому что однажды Он спасет их от всех врагов. Verses 7 and 8. В 7 и 8 стихе записано. Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны Востока, из страны захождения солнца, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. So, whether the enemies have taken them to the east or to the west, поэтому неважно, куда их увели враги, на восток или на запад, God will bring them back to the land. Бог вернет свой народ в его землю. So, therefore, Zerubbabel, be strong. Следовательно, Зарававель, будь мужественен. Don't be discouraged. Пусть тебя не обескураживают обстоятельства. Build the temple. Строй храм. This is again written before the temple is finally completed. И опять-таки это написано до того, как храм был полностью завершен. So, verses 9 through 13. Итак, стихи с 9 по 13. Так говорит Господь Саваоф, укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа для создания храма. Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага, и попускал я всякого человека враждовать против другого. А ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф. Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведение свое, и небеса будут давать росу свою. И все это я отдам во владение оставшемуся народу сему. И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу у вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши. There's something wonderful about just listening to scripture as it is read out loud. Есть что-то особенное в чтении Писания вслух, когда ты просто сидишь и воспринимаешь читаемые кем-то слова. And we all learn so much just by hearing the word of the Lord. И мы с вами многому научаемся просто через слышание Слова Божьего. Notice. Обратите внимание. The blessing that will come to Israel when she finally turns to the Lord. На те благословения, которые Бог изольет на народ израильский, когда он наконец обратится к Господу. If you had been living in a foreign nation anywhere from 722 BC forward. А если бы вы жили в какой-то иной стране, чужеземной стране, где-то в районе 722 года и далее. You would have looked at Israel and said. Вы бы посмотрели на Израиль и сказали. I don't want to be like them. Нет, я не хочу быть похожим на них. But in the day of God's blessing, но в дни благословения Божия, things will be reversed. Все будет совершенно иначе. And people looking at Israel from outside will say, "Oh, I want to be like them." И чужеземные народы будут смотреть на Израиль и говорить, "Ах, как я хотел бы быть одним из них." Because God is blessing them so much. Потому что Бог так благословляет этот народ. Verses 14 through 17 continues the same thought. Та же самая мысль продолжается в стихах с 13 по 17. С 14 по 17. «Ибо так говорит Господь Саваоф, как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так опять я определил в эти дни сделать доброе Иерусалиму и дому Иудину. Не бойтесь, вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». All right, so there is this wonderful hope for justice and. Итак, здесь имеется вот эта чудная надежда на справедливость, на правосудие. And righteousness. На праведность. And with that kind of a vision, now Zechariah returns to the question of fasting. И вот с такой вот картинкой, как бы в сознании, теперь мы возвращаемся к вопросу о посте. Поддержите ТВ-семинары молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com.
And he tells them what they are to do with these fasts in the 4th, 5th, 7th, and 10th months. И теперь Захария говорит, что же делать с этими постами, которые установил народ для себя в определенные месяцы. Verses 18 and 19. 18 и 19 стихи. «И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Пост 4 месяца, и пост 5, и пост 7, и пост 10 соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». So, what is the bottom line answer from God? Итак, что же Бог в конечном итоге отвечает им на их вопрос о посте? Поститься им или нет? Да. Yes, they should fast. Actually, the way I read it is, you don't have to fast anymore. На самом деле, мне кажется, что здесь такая мысль проводится. У вас нет нужды, у вас нет необходимости поститься. He's saying, rather than fast, скорее, здесь говорится так. Live righteous lives. Вместо того, чтобы поститься, живите праведно. And feast. И радуйтесь, и торжествуйте. Celebrate before me. Торжествуйте предо мной, радуйтесь предо мной. And then, look at what will happen in verses 21 to 22. А дальше смотрите, что происходит в стихах 21 и 22. «И пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа, и каждый скажет, пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». When Israel is living the way God wants her to live. Когда Израиль будет жить так, как хочет Бог. Walking with God. Ходить с Богом. Then there will be this evangelistic impact on all the surrounding nations. Тогда это произведет огромный эвангелизационный эффект, так сказать, на все окружающие народы. In fact, he pictures worldwide impact. Даже можно сказать, эффект такое влияние всемирного масштаба. And I think that as Zechariah gave this prophecy, я полагаю, что когда Захария пророчествовал, he was picturing the possibility of this happening in his day. Он, возможно, думал, что все это произойдет в его дни. The temple will be rebuilt. Храм будет восстановлен. The people will walk with God. Люди будут ходить с Богом. The nations will be drawn to see us and worship the Lord. Другие племена и народы, смотря на это, будут также поклоняться Богу. But it didn't happen. Но это не произошло. So, in terms of the actual fulfillment of this prophecy, поэтому, что касается непосредственного исполнения данного пророчества, it will only happen in the millennial kingdom. Это произойдет только в тысячелетнем царстве. And then the final statement of this is in verse 23. В 23 стихе мы читаем заключительные слова. Так говорит Господь Саваоф. Будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудеи и будут говорить, мы пойдем с тобой, ибо мы слышали, что с вами Бог. You can think of certain times in the nation's history when they really were walking with the Lord. Можно вспомнить определенные события, времена в жизни израильского народа, когда они действительно ходили в Боге. Or at least when God's glory was seen in their midst. Или во всяком случае тогда, когда Божья слава являлась посреди них. During some of the days of Moses. Это происходило во времена Моисея. Some of the days of Solomon. Соломона. And then finally, in the days when Jesus returns. Когда Иисус Христос возвратится, это тоже будет проявляться. So that is the third message of Zechariah. Итак, мы завершили исследование третьего послания пророка Захарии. With the issue of fasting. И было посвящено оно проблеме поста. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.